митинги надо ходить, требуют свое. Хотя ничего не будет нормального. Но ходить надо. Мне одна пожилая женщина сказала, никогда не ходи на митинг. Особенно старикам. Там нечего делать, пеньки. Вдруг какая заваруха, первый побьет ребра. И говорит, молодежь, она говорит, непредсказуемая, пьяная, наркоман. Говорит, они же будут вас побить. А вам это надо? Я тебе никогда не хожу. Я это не исправлю, это не мои силы, не исправлю. Что Бог даст, значит, надо терпеть, 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 ребята. Волеизъявление. Свобода народа. Народ отстаивает свои права и интересы своего народа. Я считаю, народ сам должен думать, надо или нет. Если плохо жить, конечно, тяжело народу. Что ж, надо что-то делать. Я думаю, свобода требует народ лучшей жизни. Мне кажется, если бы слушали, они, наверное, прислушивались к народу и что-то улучшалось. А так, я думаю, так. Это политика. Я військовый, я не политичный. Наверное, не нужно митинговать, я думаю, так.